С 1942 года в больнице имени Семашко серьезного ремонта не было. Крыша протекала, стены облупились, фасад стал непригляден. В прошлом году на выделенные из областного бюджета средства удалось отремонтировать сердце хирургического корпуса, операционный блок на третьем этаже. Губернатор Николай Меркушкин высоко оценил проделанную работу, но и указал на небольшие недочеты. Если мы сегодня делаем так, который не отвечает сегодняшним требованиям, то надо сделать так. Николай Иванович говорит, что сейчас металлические прижимают. Металл. Вот как у вас металл, где-то я видел. Вот такой металл сейчас. Раньше, если делали пороже, то гнули сюда. Это всегда чуть-чуть сложнее, да? Технологически сложнее. Проще. Металл. Нержавейка. А полы? Полы. За металл находится. Нет, туда, туда. А металл вдавливается. Недостатки обещали исправить в кратчайшие сроки, ведь уже через пару недель в оперблоке возобновятся операции. Ремонта также требуют операционные второго этажа. Приводить в порядок нужно отделение реабилитации, роддом и территорию всего медучреждения. Ведь ежегодно больница принимает больше 80 тысяч пациентов. Самое главное, как я понял Николая Ивановича, он дал мне команду подготовить, срочно выполнить проектные работы и, в общем-то, наверное, будут выделяться какие-то деньги из бюджета для того, чтобы вот все, что вы сейчас видите, привести в нормальный соответствующий вид. Планы действительно грандиозные. На дальнейший ремонт больницы привлекли инвестиции почти 80 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирован первый этаж хирургического корпуса и закуплено медицинское оборудование. Кредит перед частным бизнесом рассчитан на 29 лет. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.